целиком народным артистом Украины, которую он безмерно любит. Ну и Россию вы ведь тоже любите. Одинаково, я думаю. Вспыхнет зарницею вечер в лугах, где медуницею ветер пропал, где теплым августом я тебя ждал. Робко и радостно, робко и радостно вставни стучал. С белыми ставнями, с белыми ставнями дом над рекой, где мы оставили, где мы оставили что-то с тобой. Милое давнее, где-то за далями, в дымке сплошной ставеньки скрипнули, словно окликнули, где ж ты, родной? Париж? Москва. Москва. Хорошо, когда песни с содержанием. Проникаешься. А над покосами, а над жнивьем лето от осени за журавлем. Как же так сталося, был мне родным, с белыми ставнями, с белыми ставнями дом стал чужим. С белыми ставнями, с белыми ставнями дом над рекой, где мы остались. А повторить ничего невозможно, да? В жизни? Ну, то, о чем вы поете. Душа-то болит. Ну, а дело в том, что мы скорбями и печалями будем спасаться. Поэтому болит и пусть болит. Я не очень стремлюсь, чтобы она ликовала прям. Я принимаю то, что есть. Теперь уже, думаю, спокойно. И говорю за все, слава Богу. А грусть – это ведь неплохое чувство. Не самое плохое, да. И поэтому, хотя вот вы сказали, что… Ну да, не будем уточнять, ладно. Просто я не в Киеве сейчас живу. И хотя, вы знаете, я когда пою об этом, вот сейчас теперь, я в основном теперь судьбу сына слышу. Ведь он также уехал, правда, его не спрашивали. И когда вот недавно у него там каникулы по работе, я говорю: сынок, может, ты устал, давай на Кипр, может, полетишь. И мы раньше так любили с ним там туда спрятаться. Там без виз надо было, и мы такое, у нас было место встречи, когда он такой пацан, и мы так немножко из Германии старались его куда-то, куда угодно, чтобы он там не очень... И он говорит: не, пап, что я там буду делать? Я хочу в Киев. Я хочу, думаю, о, я хочу в Лавру. Это, говорит, взрослый человек. И он прилетел в Киев, да, но я им пытался. Я вас перебил, а, наверное, еще третий куплет был, да? Нет, там все сказано. Кстати, там был только припев, и мы его договорим с вами, так что все нормально. Ну да, но это было потрясающе. Вы знаете, может быть, я не знаю, я человек в возрасте, но меня всегда трогает, когда есть глубина, какое-то содержание, смысл в песне, а не просто красивые мелодии или там красивый голос. Ах, сопереживание – это великая вещь. И вот мы, зрители, и на эстрадные концерты, в частности, не только в театр ходим, именно чтобы сопереживать. А может, иногда и слезинку пустить, а иногда и вот ком в горле встанет, что-то вспомнишь, ассоциативно слушая хорошую песню, хорошее исполнение.